Один из самых последних снимков, который я сделал вот буквально неделю назад в Улан-Удэ. На самом деле я вот эту вот сцену заметил еще, когда ехал из Читы в поезде в Улан-Удэ. Это станция Заудинский называется. Она находится где-то примерно в 5 километрах от Улан-Удэ. И это территория бывшего мясокомбината какого-то, где, ну вот, ну через него проходят железнодорожные пути, и дорога там из одного района в центральную часть, да. И я просто видел, что там постоянно, ну, ходят ребята. А потом я посмотрел, там где-то рядом находится тоже интернат. И вот, видимо, они туда-сюда ходят. И я потом вернулся через день, в общем, залез на эти там пути железнодорожные и просто стоял, ждал, когда, ну, нашел вот этот вот задник красивый и ждал, пока кто-нибудь пойдет. И вот там поехал пацан на велосипеде. Ну и тоже, да, мне вот эти вот картинки цепляют так тем, что, да, с одной стороны, вот этот вот масштаб этого, ну, имперского, да, советского, ну, мясозавода, да, который уже развалился, да, там весь, остались одни вот эти вот пустые глазницы этих окон, да, а с другой стороны молодежь, которая совершенно равнодушно как бы катается туда-сюда. Вот. Улан-Удэ, 2019 год. Что там у нас? Апрель. Спасибо.